этом ролике меня приняли в киберспортивный клан Пепес, и мы пошли играть в клановые битвы. И, ребята, мы там устроили настоящий разнос. Поэтому не забудьте поставить этому ролику лайк, подписаться на колокольчиком, написать комментарий. Ну что, Велясик, Обовин и клан Пепес идут в бой. Любишь играть в компьютерные игры? Тогда ты просто обязан знать сайт Всемайки. Тут продается классная одежда и аксессуары к теплому сезону для пополнения гардероба лучшим геймерским шмотом. Здесь огромный выбор принтов по самым разным играм и другим тематикам, поэтому очень сложно уйти с одной покупкой. А если вы хотите создать свой уникальный принт себе или в подарок, для этого есть удобный конструктор. Выбираешь товар, загружаешь свое изображение, можешь менять цвет изделия или добавить текст, и готово. Сканируй QR-код на экране или используй ссылку в описании, чтобы попасть на сайт Всемайки. А чтобы покупки были еще и выгодными, используем промокод VELIA1020 на экране на скидку 10%. Она суммируется со всеми акциями на сайте. Чел такой типа: не-не-не, пацаны, я не зайду, давайте, типа, чтобы карточку отменили, тут пеписы играют. Так, парни, ну это... Все, это фул развалочная, погнали, гайс. Ну там вроде противники написали, что у него тостер грузит, походу, это... Тостер? Микроволновка там, да, вот это вот. Ух, ничего себе, тут новые персонажи? Тут я не узнал, я подумал, это КТшник бегает, что за фигня? С обновлением, брат. Так, в ангаре есть типчик. О, найс. Я к тебе стянусь. Хорош. Нормально. Пушьте его, пацаны, не дайте им шанса, чтобы они в следующий раз грузились, они пытались забагать фигню какую-то. Просто ПБ красавчик, просто идет, знаешь, прям прямо идет и всех забирает. Не, все-таки решился чел переконнектиться, возможно. Выбора нет, подставлять клан чисто не хочет. Так, ну типчик, нет, типчик не зайдет, поэтому ладно, как говорится, пойдемте хоронить их. Мне киллов дадут, ребята. Наверное, нет все-таки. Не, сейчас один килл мой. Да вы что, угораете? Просто я вступил в клан Пепес, чтобы вы меня научили быть киберспортсменом. В итоге я просто бегаю и смотрю, как вы отлетаете. Я также, кстати, мы с тобой бегаем, ищем киллы. Как раз для Вели это килл. Это мой килл, парни. Давай. Я сейчас сделаю, сейчас возьму. Нет! Я ботик! Отомстил. Я просто три раунда бегу за каким-нибудь не киллом, знаю. Понимаешь? Легендарный постоял. Ни одного не нашел. Ответил. Бывает. О, забрал. Хорош. Найсик. Ай, что за прострелы у них? Мы просто мидл в решето. Ждите. Да, забрал вас. Полетели. Я лестницу зажал. Нет шансов. Только я. Обоим просто продолжает в решето превращать. Ну-ка, проверим, где он стоит. А, он тут. Там и там. Понятно, снизу вышел МЕШ-6. Ладно, подарим один раунд. Ну да, чтобы не расстраивались, как говорится. Не-не. Они вообще, по-моему, кроме А и Меда ничего не ходят. Не, один раз под Б ходили. А, у меня патрон один был, я не... Я случайно чуть не слился. Забрал. Снова возле тачки. Чё, пошли обходить их теперь? Ну все, спавн, да, получается, ластовый. Забрал. Ой, найс. Все, реально новый участник Пепес уже на киберспорте полнейшем. Да! Ура, ребята! Меня приняли в Пепес! Все, в официальный состав. Джентльменчик, ты следующий, братик. Сейнс, разорвем. У нас все, надежда не угасает забрать кого-нибудь с прострелом. Да-да-да. Ну а что делать? О-о-о! Что? Ой-ой-ой, дядя. Вот это ты сейчас урожай собрал. На турик, что ли, зашел? Это разминка перед жесткой каткой, я чувствую. А, точно! Перед каждой разминочкой, ребята, точнее, перед каждой игрой нужно разминаться. Чел просто в крысу. Просто в крысу чел решил. Верю. Ой-ой-ой. Ну, наказано, доказано, получается. Блин, чисто мы с тобой это. Обоин с тобой в лоу-табе сидим. Хилы ищем. У нас пацаны на плюс В бегают, а мы тут простреливаем всю катку, короче, и все. Да, ребятишки. Ну вот такие вот Пепес, понимаешь, типа, Пепесы зашли сразу, типа, такие, не-не-не. И все, и 4-5 игра. Надо пятерную подсадку заезжать. А, ну я ставлю, ладно. Ё-моё, твой мейн. КТ. А, слушайте, я не поставил. А, что так мы слились? Что это такое сейчас было?
Чекать, мы в одном месте просто все упали. Подскользнулись на льду, походу. Бывает, бывает, ребята, как говорится, бывает. Ну ладно, спас за такое. В принципе, не прощают обычно. Эко-раунд на спасах. Слышали такое? Эко-раунд на спасах, имба. Эко на спасах. А че, мидл будет? Будет, конечно. Найс. Они Б поджали, наверное. Ой. Да что, почему под плент всегда чел выходит? Давай, ставлю. Блин, мисклик был. Меня пушит жестко. Чел наверху. Ой-ой-ой, хорош. НТМ. Почему написали Виолетта гений? Видать, этот, им понравилось, как ты плентил. Да. Как же коварно велись. Ну так дробовели. Хорош. Опа, разменчик пошел. Еще один лоу хп. Сюда. Сюда! Так, ну все, парни, добиваем эту каточку чисто, заканчиваем разминочку. О, спину отбегают. Леха, скинь хе мне. А, на плыту. Они в спине прятались, короче, отбегали, пытались. А сколько их там? Один был. Хорошо. Дядь, что ты делаешь? НТ! На нож! Все равно молодцы, молодцы! Так, ну что, ребятулечки, значит, собственно, у нас есть разминочка, поэтому погнали в первую каточку. Ну что, ребятушки, еще раз нам раст выпал, но на этот раз, как говорится, мы сейчас просто будем раскидывать всех направо и налево. Потому что мы играем против 18КД, какой-то странный клан. Я думаю, слышишь, это киберспортсмены, раз они 18КД собрались играть против нас. Думаешь? Надо... Погнали тогда. Так, все, сейчас проще, фулл фокус тогда играем. У них пинги, нет, кстати, давайте. Готовьтесь за стеночкой, пацаны, откисать. Бокс. А, они все в закрытую. Возможно, перетяг будет, да. Мейби. Я белый. Ой, что они раскидывают полностью, они только купили. Пошли сайт. Так, первый. 9. Что? А, чё, он сзади уже. Захожу сзади. Вас 9. Вас 9. 9. Мои киллы! А, сверху вообще? Да. Понял. Да что такое? Диза же уже откинул. Да давай, иди сюда! Да, блин, хавайте, пацаны, найс! Найс, красавчики, ребята, красавчики. Нет, кстати, вот эти чувы намного киберспортивнее, чем прошлые, потому что они прям на пистолетку не броню купили фу, а там раскидки всякие, разные пистолеты, вообще жесть. Не, ну это видно, типа, молодцы. Или ты пад? Я не пад. Скажи, у тебя галочка есть, пусть чекнет профиль. Анатория. Ну, на прострелы не ведутся, смотрю. Понимо. Хорош. Ой, ой-ой-ой. Пейбэк, дядь. Священ. 9 у вас, парни, вышел. Что это за унижение? Что это за конкретная грязь была сейчас? Нам надо, короче, с тобой пушить, а то они всех забирают, жесть. Да-да-да-да. Прикинь, видеоролик будет, где мы просто бегаем, короче, по плентам. Пока типы разваливают кабины. О, погнали мид, запушим направо туда, в этот... О, let's go. Это тактики ютуба. Забрал первого. Найс. А у меня никого, я обхожу. В прыжке, там типы, ага. Я пункт. НТ-шечка. И лаштовый убежал. Ага, опа, найс! Перехватил. Чуваки, вы просто, я не знаю, the best of the best, пацаны. Не, ну, ребятушки, я более чем уверен, что на мейджоре мы с вами увидим команду Пепес в гранд-финале. Ой-ой-ой, надо бы, кстати. С такими движениями по-любому. Почему меня булят противники? Так, а там эта флешечка. Да что, почему он пикает, когда я перестал только стрелять? Забрал. Найс, там наказал, отомстил. Кот просто влетает, минус 2 дает. А там даже пацаны, чтобы я понимал, не чекают вообще его. Они просто боком к нему стоят. Вот это стак, ребята. Стак мечты просто. 4-0, боже. Nice. Я думаю, нам надо запушить под Б, потому что они что-то только на охоте, наверное, они сейчас подумают, пора ББ, а то что-то А у них не получается. Да, давайте. Только, пацаны,
коты и все остальные уйдите на... Дайте, типа, дайте нам киллов, да? Ой, я подстрелил. Давайте. А, есть, 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 Б. Ой. Хорош. Найсики. Еще тэш. Разваливают. А, у меня... Что? Подожди, чел как будто в текстуре был. А ну-ка пройду. Нет, не пройду. Меня булят! Камон! Мне надо будет ответку, типа, сам ты кушаешь какашки, дурак. О, найс. Блин, да я только прибежал до него, всю карту оббежал, чтобы просто... Я что-то знаю, типа, а один килл даю, все, остальные пацаны просто пылесосят карту, просто бегут и пылесосят. А я просто оббегаю всю карту, всю этот, все время трачу, и потом подбегаю уже под конец раунда. Да-да-да. Оцените мой счет просто. Ну, братик, имба. Чисто джекпот поймал. Дабл. Так, через Б я уже проверил, тут все чисто. А, вижу, вижу. Еще один. А, тут сидит, оп, прячется. Да, найс. Хорош. Там под Б прятался где-то на контейнерах. А, понял. Не, в другом вот за... Я понял все. Не, я все чекнул, все окей. О, у меня в окна. Он окна. Да не стреляй! Да ну, я только прицелился! Опа, да. Готовь молик. Можешь зарезать. Готовь молик. Мне кажется, он чекнет. Не, сейчас зарежу. Давай. И все это типа... Брат, это гениально! Это гениально! Красавчик. Блин, что-то какая-то, слушай, вообще изи. О, вы хотели, увидели, как у них клан называется? Кто умеет по-японски читать? Сейчас, погоди. Не, по-японски мы не читаем. Только по-русски. А у меня одноклассник китайский учит. Ой-ой-ой! Камбэк пошел. Пошла вода горячая. Не-не-не, ну они в этом, в ангаре. А, сейчас запушу. Хорошо. Еще бокс был. Вообще мид мог пройти. Да, мид был давно. Боксе еду. Первый. А, да почему всегда так происходит? А, у него 3 хп, у него 3 хп. Который в боксе, да. Найс! Nice! Ё-моё, где последний? Все, хавайте. Опять где-то обходит. О! Окна, да, девятка. 9-9. Опа. Последний патрон. Найс! Последним. Имба, Данюшек делает грязь. Капец, это даже легче каточка, чем прошлых против четверых, что за фигня. Да это капец, я хз. Не зря размялись. Что-то сейчас будет реально, сейчас будет 10-0. Так, наша классика, расстреливать мид. О! Чё? Ну все, у них тильт по-любому. Найс. Может быть, это их гениальный план 9-0 или легендарный камбэк, типа, за другую maybe сторону. Легендарный камбэк их GG. Maybe. Они такие, типа, давайте отдадим до 9, а потом возьмем и камбэчнем. Чтобы обиднее было. Не, пошли. У меня больше киллов, чем у всей команды у вас. Данёчек! Мне кажется, ставлю. Оценивайте, у нас уже раунд закончится. Ай, ладно, на нож. На нож! Найс! Дядь, ну чё-то, подожди, это какая-то слишком вообще... Давайте еще одну карточку скатаем! Вы просто всех унижаете! Мы не можем, у нас сейчас прак, типа, тренировка с командой. А, у вас сейчас прак сейчас будет? Да. А, ну тогда все, тогда понятно. Тогда спасибо большое, ребята, спасибо за игру, спасибо обоим. Я...
Я не ожидал, вообще не ожидал, что будет прям настолько изи. Ну, ребята, команда Пепес, что вы хотели? Фух, это было изи. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал с колокольчиком, писать комментарий. И как вы думаете, ну, клан Пепес, как бы, оцените по 10-бальной шкале. Интересно будет почитать комментарии. И всем спасибо большое за просмотр. Всем удачи и пока!